Материальное обеспечение. Антисептический раствор. Стерильные марлевые шарики. Крючок Фарабефа. Пинцет. Игла. Раствор анестетика. Карпальный шприц. Повернуть голову фантома в противоположную сторону, отвести щеку крючком Фарабефа, пропальпировать скулоальвеолярный гребень при проведении тубиральной анестезии. Продвинуть иглу по кости в направлении кверху, дистально к середине, выпустить анестетик перед ходом иглы, выполнить аспирационную пробу.